Приветствую всех на нашем канале. В данном видео я покажу, как привязать крючок к леске или шнуру без узла. А также таким способом покажу, как на один поводок можно привязать два и более крючков. Чтобы хорошо было видно, я взял большой крючок и капроновый шнур. Берем крючок, шнур и продеваем шнур в ушко со стороны жала. Оставляю такой небольшой хвостик. Фиксируем его пальцами и делаем скрутку. Сделали скрутку и теперь протягиваем наш шнур в обратную сторону. Хорошо затягиваем. Если остается тут кончик, то его обрезаем. Вот видите, наш крючок надежно привязан. А сейчас я покажу, как таким способом привязать два и больше крючков. Берем кусок нашего поводка, крючок, и как я показывал в начале, продеваем леску со стороны острия. Фиксируем и делаем обмотку на такой крючок буквально 6 раз. 5, 6. И продеваем леску в сторону острия. Все, затянули. В ножницы и лишнее обрезаем. Теперь на расстоянии около 5 сантиметров привяжем второй крючок. Второй крючок есть небольшая разница, когда мы его вяжем. Мы продеваем леску в ушко на острие. Опустили где-то на вот такое расстояние. И делаем опять обмотку. 3, 4, 5, 6. И продеваем в сторону острия. Все, затянули. И вот таким способом на одном поводке можно привязать два и более крючков. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, до новых встреч! Также смотрите другие интересные видео на нашем канале и не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить.